А вот тут будет вот такой лампочка, если что. По мнению руководителя детской школы «Волна» Алексея Мельникова, актеры должны знать все нюансы съемочного процесса. Именно поэтому он принял решение отправить своих ребят участвовать в фестивале, где главным призом было обучение созданию профессиональных роликов. В этом году ребята с Москвы и Московской области, чтобы получить возможность обучаться по этой программе, прошли, так же как и наши ученики, большой конкурсный отбор. Необходимо было снять ролик, заявить свою команду, и благодаря некоторым конкурсным испытаниям мы прошли. На протяжении недели видновчане проходили онлайн-обучение у ведущих специалистов сферы кино. Сценаристы, режиссеры, телеведущие, актеры и блогеры учили команды выстраивать кадр, писать сценарии, делать раскадровки, а также продвигать свои ролики в социальных сетях. Дало такой как бы эмоциональный толчок. Вот. Познакомились с многими людьми, нас оценили, конечно же. И, ну, как бы... Так сказать, это еще один толчок к развитию и в дальнейшем к какому-то пути. В конце обучения по программе «Академия позитивного контента» каждая команда должна была создать собственный ролик на тему «Сила любви к родине». Видновчане решили подойти к процессу креативно, своей родиной выбрали актерскую школу «Волна», которая их, собственно, всех и объединила. Видео продолжительностью в 3 минуты снимали дружно. Это очень сложный процесс, как оказалось. Мы распределили на каждого человека свою, собственно, работу. Кто-то писал сценарий, кто-то раскадровку рисовал, кто-то снимал, монтировал. Мы все снимали на телефон, монтировали тоже на телефон, выбирали музыку тоже, вставляли все сами. От закадрового текста ребята решили отказаться и, по мнению жюри конкурса, сделали правильный выбор. Ролик получился современный и динамичный. Юные артисты от обучения и процесса создания видео остались под впечатлением. Еще один сюрприз воспитанников школы «Волна» ждал на торжественном закрытии фестиваля. Мы выступили со своим спектаклем, фрагментом из спектакля «Повелитель мух». И после... этого спектакля нас оценил актер и режиссер Алексей Свиридов и пригласил на свою кинокомпанию. Также Александр Ковтунец оценил нашу работу, похвалил нас, поделился своим опытом, дал нам много советов. За выступление на закрытии фестиваля видновчане получили специальный приз жюри за лучшую актерскую игру. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.